Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в нашем видеоролике мы попытаемся ответить на вопрос, почему туркмены не ходят на пару. Этот вопрос является актуальным как для преподавателей, так и для самих студентов. Ну что, погнали! Нашей жертвой станет житель комнаты 23.9. Посмотрим. Здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Гуанч Бабанавы. Скажите, пожалуйста, почему вы не ходите на пары? Я учу. Я каждую ночь учу. У них просыпаюсь. Вот и сейчас тоже учу. Итак, этот студент факультета обучения иностранных граждан сломал систему. Пойдемте дальше. И расследование показать все, что скрыто. Почему туркмены не ходят на пару? Спросим об этом воспитателя 6-го общежития, приставка Катерина Михайловна. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Ответьте нам и всем преподавателям этого вуза, почему туркмены не ходят на пару. Потому что каждое утро воспитатели проверяют санитарное состояние блоков и кухонь. И оказывается в результате, что они остались грязными. Поэтому наших дежурных приходится с утра вытягивать на кухне, в блоки, давать им тряпки, моющие средства. И таким образом студент не попадает на первую, на вторую и так далее пару. Ясно. Смотрите, расследование, показать все, что скрыто. Почему туркмены не ходят на пару? Спросим об этом самого туркмена. Погнали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ответьте нам и всем преподавателям этого вуза на этот вопрос. Почему вы не ходите на пару? Показать все, что скрыто. Почему туркмены не ходят на пару? Спросим об этом педагог организатора 6-го общежития Франц Галину Александровну. Здравствуйте, Галина Александровна. Здравствуйте. Ответьте нам и всем преподавателям этого вуза, почему туркмены не ходят на пару? Потому что каждое утро в нашем общежитии начинается с рейда «Туркменская обувь». И вся обувь, которая оказалась перед комнатами туркменских студентов, оказывается собранной в большой мешок. И поэтому большинство туркменским студентам просто не в чем пойти на занятия. Третье расследование. Показать все, что скрыто. Почему туркмены не ходят на пару? Спросим об этом представительницу Туркменистана. Здравствуйте. Здравствуйте. Ответьте нам и всем преподавателям этого вуза на один вопрос. Почему вы не ходите на пару? Мне брат не пускает. Мне кажется, он следить за мной. Понятно, показать все, что скрыто. Почему туркмены не ходят на пару? Спросим об этом вахтера 6-го общежития Алексея Богатырева. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ответьте нам и всем преподавателям этого вуза на вопрос. Почему туркмены не ходят на пару? Я очень хорошо выполняю свою работу. Мимо меня ни одна мышь не проскочит, не то что студент. Студенты по ИГО не ходят на пары. И как пример мы выбрали эту аудиторию, где проходит их пара. Давайте проверим. Я так понимаю, вы староста этой группы. Да. Объясните нам, пожалуйста, что за картину мы наблюдаем? Ну, когда они спят, материал лучше ставится, и НК не ставится. Что бы хотелось сказать в заключении? Туркмен не виноват в том, что он не ходит на пару, а виноваты его окружение и все те обстоятельства, которые абсолютно не зависят от него. А с вами была съемочная команда факультета обучения иностранных граждан. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья! Дамы и господа, здравствуйте! Привет, 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 привет! Доброго, 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 доброго! Вечера! Что ты несешь, Равшан? А, мне пофиг, я за любой кипиш. А реально, о чем тут делаем? Ну, вообще-то у нас мероприятие, мы представляем первоков. На чем? КМС? 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 Серьезно? Капец. Может, давай тогда и представим достойно. Леди и джентльмены, в левом углу, в синем нижнем белье, Гуванч Гурбаналыев! А в правом, а на правой стороне, в красном нижнем белье, сам не проверял, но уверен, Мадина!
моя добрейшая вечеронь. Скажи мне, Гуанч, каким первым словам ты научил своих белорусских однокурсников? Конечно, нецензурной лексикой. Может, научим их туркменской песне? Так сразу? А они поймут? Язык любви понятен всем, и он не нуждается в переводе. Встречай! Atlayan sevgimin Onu duyarım Min gayrimin Yatlayar mukameni Yatlayar mukameni Vurgulansın Yatlayar mukameni Yatlayar mukameni Vurgulansın benim Aydınlayan aydınları Dostum dinler, yadım dinler İmmavelin kıyız yürüvü İmmavelin kıyız yürüvü Dünür suyunun dinler İmmavelin kıyız yürüvü İmmavelin kıyız yürüvü Dünür suyunun dinler У этого ждали, да? Стереотипы. У вас у всех имеется стереотип по отношению к нам. Простой пример. Знакомство с девушкой. Как оно происходит? Примерно вот так. Здравствуй, красавица, давай знакомиться. Как тебя зовут? Твое сердце, мое сердце. Сварка, сделаем. Нет, нет, не так. У нас тоже есть сердце, у нас тоже есть чувства. Мы тоже можем быть романтичны. А студенты? О, давайте лучше поговорим о студентах, потому что я сам тоже студент. Вот студент всегда недосыт, голодовка, не выспавшись. Я не помню, когда я последний раз выспался. А воскресенье? Воскресенье просыпаешься 2 часа дня, смотря в зеркало, я не узнаю тебя. Лицо бледное, мешки под глазами. О, оно происходит примерно вот так. О, Господи, воскресенье! Это я что? Ну, красавчик, красавчик! Вот. А в конце хотелось бы сказать, что все студенты, как тараканы, приспосабливаются абсолютно на все. Не, реально, реально. Вот. Таракан боятся света. А таракан Фойга является самым большим страхом. Вы знаете, она! И они! Что, демона решила вызвать? Нет, я на днях услышала песню, она крутится в голове. И ты называешь это пением? Давай ты прекратишь эту гегемонию, послушаем тех, кто это умеет. Встречаем! Шуму, шуму! Все мелькает городские образы, шумят машины, а мне нужно топорки голоса твоего. Ничего не надо более тобой, я понял, эта история идет
Что сегодня пробит меня, я не знаю своей роли. Я не герой романа, плохая карма планы. Слова твои, будто бы соль на раны. Как это боли в груди, как это мне не странно. Не отпускает до сих пор, сколько было ссор. Слова по глупости, со злости, полный вздор. И весь мир уходит после балла, знак и слова. После письма с пожеланиями, сладких снов. От избустила с облаков, с красотой небесной. Тогда в топлик хотел с тобой лишь окунуться в бездну. Пущу потери, медленно терять свой ум. Шептал люблю, а в ответ только город шум. Останови часы, никуда уже не спеши. Люби меня и в унисон со мной дышу. В унисон жизнь, в унисон наш путь. Да и небо мне для полета мальчик. Считай календарные дни, смотрю на стрелки часов и сколько мы одни. Звонки, гудки, сообщения без романтики. Потом оставь меня, прости, но никаких гарантий. Больше нет, нет меня, нет огня. Любовь прошла как ночь, сосуд у меня, да. Ты уже не моя, а я как прежде не твой. Одинокий вот, что из песни она. Помню ночь, что узнаю наизусть тот сон, где наши осени дыхание бьется в унисон. Круг на синей фоне, ты дом там, на облаках, это я точно помню. Любовь наша в коме, снова ком в горле. Ты уж извини, что зачастую спорил. Из всех моих историй ты лишь одна принцесса. Без крыла ты мой ангел, да это всем известно. Звезды в небе мы посмотри. У меня такое чувство, что студент Войко только умеет болтать и петь. Нет, еще танцевать умею. Да видели мы вашу лезгинку куштепты. Да ты сама куштепты, смотри, что умеют ребята. Встречаем!
пьяно, вы круто потанцевали. Call me. It's my turn now. Are you ready? Belarusians, Russians, Turkmenistans, Africans, are you ready? Mi fa ife mi kin se o se o mole o le bere mole lo ko ko mole lo le o ka mo pe o le o da no bi po 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 o da no bi po 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 o da no bi po 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 o da no bi po 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 o da no bi po 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 o da no bi po 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 o da no bi po 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 o da no bi po 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 o da no bi po 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 o da no bi po 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 Как подобрать мужику, как казака тут может быть тем, кто русском языке без брейда про мать, и бить опять по реке. Я не продам сюжет, как лига, не предам друзей, как шеф. Сам за все же круг, тем же пламенем в душе. Я не папенький сынок и не продюсерский проект. Поспех моя заслуга, я свиной свой рэп. У меня все, а мы на магатуру. Три есть у там, у меня на мини-куру. Вино мы кика, сама пау, пати чуду. Мы кэта манития, мы кэта ванни пуду. Вот там я ванни фэк, все вон а вот я дру. Нэнэ мэ гачи дэ вон, все вон я кэна пинчон. Да она мэ шиэ, на мэ тэ на мэ шиэ. Да она мэ шиэ. Оля ми ми пом 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 пом. I'm a big fan of the people.